Если у вас есть флоксы в саду, то вы наверняка знаете, что бич этого растения – ложная мученистая роса, которая покрывает и листья, и иногда даже соцветия. Для того, чтобы флоксы во время цветения выглядели опрятно, начинать обработку уже надо ранней весной. Когда побеги из земли видны на 10 сантиметров, я их уже обрабатываю настоем соды. Но это помогает ненадолго. И сейчас можно заметить, что некоторые листья уже покрылись белыми пятнами. Вот, посмотрите. Как же от этого грибкового заболевания избавиться? Конечно же, экологичный способ – это опять раствор соды. Берем столовую ложку соды, лучше кальцинированной, с горочкой, и растворяем в 10 литрах теплой воды. Наполняем колбу опрыскивателя. Этот настой щадящий, поэтому можно им обильно опрыскать нижние листья растений, так, чтобы сода на них задержалась, потому что я буду на лед стирать. Сода на лед не убирает, она его просто растворяет. И теперь уже тряпочкой или ватным диском мы протираем листики. Посмотрите, как быстро они становятся зелеными и белый налет пропадает. Чтобы избежать вот таких вот хлопот, старайтесь покупать специальные экземпляры флоксов, устойчивые к мученистой росе. Теперь селекционеры вывели очень много таких сортов, и вас не будут мучить такие проблемы. А сейчас я вам еще покажу, как сода помогает избавиться еще от одного грибкового заболевания. Посмотрите, вот на этой маленькой хосте все листья в черных пятнах. Что это такое? Это сажистый грибок. Также грибковое заболевание. Появляется он в холодное, влажное лето. И поэтому выглядят листья некрасиво. И опять спасает нас в этих ситуациях сода. Мы обрабатываем листья, и теперь легко тряпочкой этот налет удаляется. Посмотрите, листья становятся красивыми, зелененькими. А сажистый грибок весь переселяется на тряпочку. Дыхание листьев восстанавливается, и растение себя чувствует лучше. Вот какая сода помощница. Сода помогает решить еще одну проблему. Если на ваших деревьях поселился ягель или мох, пропитайте их содой, дайте питаться в течение получаса, а потом вы легко это перчатками снимете. А если вам понравился мой сюжет, то ставьте лайки дачной волшебнице.